Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Чапурик. И сегодня у нас две игры на одну тему. Одна из них willyoupressthebutton.com английская, а вторая buttonbu российская. Суть игры такова. Ты нажимаешь на кнопку и получаешь положительный эффект и отрицательный. Ну, разумеется, в твоей фантазии. Или не нажимаешь на кнопку и не получаешь ни положительного, ни отрицательного. Так вот, смысл игры узнать, для скольки людей важнее положительный эффект, или для скольки людей важнее отрицательный эффект, после которого они, разумеется, не нажмут на кнопку и не получат ни того, ни другого. Мы будем отвечать на эти вопросы и будем узнавать, какая из этих двух версий лучше. Погнали! Начинаем мы с английской версии. Короче, появляется универсальный телепатический язык, на котором все могут говорить. Но вы не можете на нем говорить. Я думаю, я нажму, потому что мне в любом случае смогут помочь, я смогу им помочь. Ты будешь иметь ответ на любой вопрос, но ты никогда не сможешь никому сказать ответ. Думаю, я нажму, потому что если бы я не нажал, я бы и так никому не смог сказать. А если я нажму, то я буду хотя бы знать и буду действовать в соответствии со своими знаниями. Ты будешь очень богатым, но у тебя будет болезнь, которая тебя умрет. Сложный вопрос. Ты будешь богатым, но ты будешь мертвым. Я думаю, я против. Ты становишься знаменитым музыкантом, но твою музыку никто не ценит, кроме группы снобов, которые из нее вырастут через 6 месяцев. Сложный вопрос. Ты будешь известным, но любить тебя будет только маленькая группа людей. Думаю, я не нажму, потому что это очень странный вид известности и знаменитости. А, маленькая буква. У тебя будет возможность пойти в Хогвартс, но у тебя не будет никаких электрических приспособлений, как телефоны, компьютеры, айподы. Нет, я не хочу в Хогвартс. Я жить хочу. У тебя есть возможность превращаться в любое животное, которое ты хочешь. Но однажды твое случайное превращение... но однажды ты превратишься в это животное и не сможешь контролировать свои действия. Я думаю, я буду очень редко пользоваться этой способностью, потому что, по сути, мне она не нужна, но... Так что я нажму. Вы найдете лекарство от облысения, но у вас начнут выпадать зубы. Тьфу! Я не нажму, потому что оно и так активно ищется, и большинство людей со мной согласны. Ты никогда не поранишься от падения, но ты всегда спотыкаешься. Проблема обеих этих игр в том, что часто даются абстрактные ситуации. Что значит «ты всегда спотыкаешься»? Я спотыкаюсь каждый день, примерно вот по 2 раза, иногда очень болезненно, мизинчиком. Так что значит «всегда спотыкаться»? Я уже всегда спотыкаюсь или я буду еще больше спотыкаться? Я буду спотыкаться каждую секунду или я буду просто часто спотыкаться, как я спотыкаюсь прямо вот каждый день в своей обычной жизни, только очень больно. Так что я нажму. Ты сможешь читать мысли, но любой, у кого более высокий IQ, узнает о твоей силе, если ты на них ее испробуешь. Я думаю, беру, потому что это не такой уж и отрицательный эффект. У тебя неограниченное количество книг, которые ты любишь. Каждый раз, когда ты открываешь книгу, гигантский паук выпрыгивает. Не люблю пауков, проматываю. Вы можете ставить на паузу и снимать с паузы время каждый момент. Вы разыскиваемый криминал во многих странах, и вы должны спать по 1 часу
каждый раз после того, как вы распаузите время. Я не нажму кнопку. Вы можете читать мысли, но у вас никогда не будет приватной жизни. Сложный вопрос. Вы будете все знать, но и про вас все будут знать. Я думаю, это бессмысленно, я не нажму. Ты можешь говорить на любом существующем языке, ты забываешь, как говорить на своем обычном языке 24 часа, как ты используешь другой. А если ты уже знаешь этот язык иностранный, он так, способность распространяется, если ты уже знаешь иностранный язык этот, и просто на нем говоришь, используя свои обычные знания, без подключения магии. Очень абстрактные вопросы задолбали меня уже, я не нажму. Что ж, мы посмотрели английскую версию. Большинство увиденных мною вопросов были весьма интересными, заставили подумать нас, ну и вас, заставили действительно подумать и были действительно интересными, то есть вводили в реальную дилемму. Давайте же теперь посмотрим нашу отечественную версию. Вы в совершенстве владеете искусством ниндзя, но станете черепахой-мутантом. Нет. У вас появится суперспособность изменить мир, но она действует всего 30 секунд. В смысле, способность действует или то изменение мира, которое я сделал? Но если действует способность 30 секунд, то за 30 секунд я могу поменять мир так, что время будет двигаться медленнее, и поэтому 30 секунд будет длиться для всех, как 30 секунд, а для меня очень быстро, поэтому я думаю, что, конечно же, нажму, это практически отсутствие какого-либо отрицательного эффекта для меня. Вы сможете телепортироваться, но если вас заметят, его создадут на опыты ученых. Я думаю, я просто сделаю так, и меня никто не узнает. Вы получите умение временно искажать пространство вокруг вас без последствий для окружающих, но вы не сможете никого умышленно убить или покалечить этой способностью. Ну да, это ограничение как бы безопасности, но это не прямо отрицательное. Конечно же, я нажму. Я могу использовать это и для мирных целей. Тем более, если мне это понадобится, я могу косвенно что-либо сделать, изменить пространство не чтобы покалечить, а чтобы пол убрать. Вы отправитесь в прошлое и исправите все свои ошибки. Но после этого вы вернетесь в настоящее и станете кривой копией исправленного себя. Тогда в чем смысл изменять ошибки, если они ничего не изменят в настоящем? Зачем? Вы попадаете в любой из миров, но вам придется пройти в порталы. В каждом мире есть практически 100% шанс ослепнуть до следующего перехода. То есть ты сможешь путешествовать, но путешественником ты будешь темным. Нет, не нажму. Ты получаешь $10 за каждую прочитанную книгу. Вы будете терять по $100 за каждую недочитанную книгу. А в какой промежуток времени? Господи, блин, кто эти вопросы составлял? Почему-то в английской версии там не было таких вот серьезных парадоксов. Разумеется, я выкручивался, но я ведь из любой ситуации могу выкрутиться. А тут я даже выкрутиться не могу, потому что я даже не могу толком вопрос понять. Я думаю, это плохо. Нормальный вопрос пошли. У вас будет $1 000 000. Но мелкими купюрами. Не очень неотрицательный эффект, я могу их разменять. Большинство со мной согласны. У вас будут такие домашние животные, какие вы хотите, но вы будете говорить вопросами. Такими же заковыристыми, как вопросы в этой игре, то тогда нет, я не нажму. У меня и так есть те домашние животные, которые у меня есть. Золо, золо! Не идет. Ты сможешь смотреть кино и мультики СССР и современные мультики без рекламы и про веки,
про Вики, что он хотел сказать ночью и без реклам на YouTube. Но ты не будешь, мягкий знак, знать, что творится в мире, и не будешь знать, что за новые кафеты и шоколад появился. Ох, господи. Вы тупой, но вы крутой. Возможно сделать все для человека, которого любишь, но он никогда не будет знать о твоем существовании. А чё бы и нет? Но вы... Сложный вопрос. Вы сможете изменять судьбы людей, как хотите, но за всю жизнь проживете в депрессии и скуке. Ваша жизнь будет печальной, но вы сможете сделать все. Если мне будет очень-очень-очень печально, то я изменю свою судьбу. Попадешь в любимый фильм, сериал, игру. Выйдешь замуж за злодея. Не стоит это как-то комментировать. Ты найдешь самую неизвестную пасхалку в игре первым игра на выбор. Но она будет вечна и без конца, если ты отойдешь и умрешь. Почему такие сложные вопросы в нашей версии? Не пойму, почему авторы так неточны в своих вопросах? У вас будет 92 миллиарда подписчиков, но, видимо, 85 миллионов инопланетян, судя по всему. Но каждой подписки умирает 3 котенка. Откуда автор хочет взять 276 миллиардов котят? Все виды представителей семейства кошачьих вымрут. Ну а теперь, наверное, последняя из пройденных кнопок нами в русской версии. Чтобы накрутить ответы к какой-либо кнопке, нужно обновлять страницу после ответа. Но это сломает весь смысл этих кнопок. Свяжитесь с админом, чтобы он мог это исправить. Я рад, что хоть кто-то еще об этом помнит, об этом знает. Я обещал не критиковать технические возможности обоих сайтов, но, блин, в английской версии вот подобное невозможно. Вот, смотрите, что было 9007. То вот я еще один раз обновил страницу, все равно 9007. А вот тут вот, в русской версии, я могу нормально изменить число. Короче, что я могу сказать? Из-за того, что еще с 2017 года, видимо, администраторы, модераторы... Я не знаю, может, много их там, мало, один человек, два, я не знаю, честно. Ничего с русской версией не делаю с 2017 года, то есть примерно уже 2 года. То просачиваются очень дебильные вопросы, просто дебильные вопросы. С жутким количеством ошибок, по-моему, это троллингом, сломанием четвертой стены. Разумеется, подобной ситуации в... английской версии, в английском оригинале нет. Так что, однозначно, английская версия выигрывает.